Несмотря на жаркое лето и период отпусков, депутаты Народного совета ДНР продолжают свою работу. Так, 13 августа состоялось расширенное заседание Комитета по уголовному и административному законодательству. В нем приняли участие представители суда, ГАИ, МВД и Генеральной прокуратуры. На расширенном заседании комитета прошло рассмотрение проекта об уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Данный вопрос имеет очень важную роль, так как по последним данным случаи таких правонарушений значительно участились. Поэтому для того, чтобы их искоренить, планируется ужесточение закона об ответственности за вождение в нетрезвом виде. Мы знаем, что подобного рода правонарушения ведут за собой крайне тяжкие последствия зачастую. Поэтому комитету нашему была проявлена инициатива в части того, чтобы внести в уголовный кодекс специальную норму, которая устанавливает ответственность за повторное правонарушение в части владения транспортных средств в состоянии опьянения. Мы считаем, что такая норма может выполнить как некую превентивную функцию правонарушителя дружины. Понимать, что за такое повышение может принести не только административную, но и уголовную ответственность. Ну и акцентируем внимание на то, что эта статья может применяться повторно правонарушителем, то есть это со счет повторно. И таким образом санкция статьи доставлена достаточно жесткое лишение по, ну и другое наказание. В свою очередь, телеканал «Новороссия ТВ» напоминает жителям республики о важности соблюдения правил дорожного движения. Вождение в нетрезвом виде может привести к необратимым последствиям, поэтому будьте бдительны и помните, что неуклонное соблюдение ПДД позволит сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Дарья Шарапова, Татьяна Фомина, «Новороссия ТВ».